Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель», у студії Маргарита Шибукова. Добрий день. Президент Італійської республіки Серджо Маттарелла узнагородив старшиню Міжнародного доброчинного фонду «Допомога дітям Чорнобиля» Геннадія Карецького орденом «Зорка Італії». Таким чином, означений великий уклад гомельчаніна у розвитті сябровських сувязів з цією країною. Доброчинний фонд «Допомога дітям Чорнобиля» був зареєстрований у снежні 1990 года. За чверть стагоддя фонд накерував на оздоровлення у Германію, Італію, Бельгію, Австрію і Францію більше як 130 тисяч неповнолітніх. А проша того, при непосередньому уділі фонду на Гомельщину поставлено звиш 6 тисяч тонн гуманітарної допомоги. Перш за все медикаменту і медицинського обсталявання. Геннадій Карецький став першим жихаром Гомельської області, який має статус кавалера ордена «Зорка Італії». Сьогодні у планах фонду «Допомога дітям Чорнобиля» не тільки протяг супрацовництва з міжнародними структурами у гуманітарної сфери, але й налажування сувязів по соціально-економічних накірунках. У приватності зараз розглядаються можливості по оказанні італійським боком фінансової і технічної допомоги у створенні на території Гомельської області фермерських господарок і відкритті малих підприємств. Сім'ї и итальянские, и немецкие очень заинтересованы в том, чтобы дети наши жили на своей родной земле, чтобы они имели свое дело, чтобы здесь развивались. Начинается все с тех, кто оздоровлялся у них. Ну, понятно, что оздоравливался один, а на предприятии будет работать не один. Поэтому, конечно же, вот этот вот вовлечение молодежи в эти новые проекты, конечно, это будет очень существенно. У Гомелі відбувся пленум обласного відділення Білоруського фонду миру. На порядок дня були винесені виніки роботи за минулий год і визначення задач на 2016. Вероніка Ворошилина з подробязностями. Подтримание миру и спокою в нашей стране, громадянско-патриотичное выхование молоді, установление и поширение международных сувязей у рамках программы «Народная дипломатия». Вось найбольш важные задачи, за якими штогод поспяхово справляется Гомельское областное отделение Белорусского фонду миру. Миротворцы Гомельщины и в целом Беларуси так само уносят великий уклад у справу доброчинности. Они оказывают поддержку и допомогу ветеранам войны и працы, детям-инвалидам, переселенцам из Украины, удельничают у реконструкции монументам, тем самым заховывающий память про Великую Отечественную войну и ее отважных героев. Стартовала 20 июня акция «Тут живи ветеран». До 9 мая мы планируем всем ветеранам Великой Отечественной войны закрепить памятные таблички на квартирах и домах. К этой работе, значит, вместе с нами приступили общественное объединение патриотической направленности. Это и Союз офицеров, и Объединение ветеранов, и Белорусский республиканский союз молодежи, Белорусский союз воровцев и кадет. И вот так мы единым фронтом сплоченно делаем вот такие, знаете, позитивные, добрые, хорошие дела. Работа Гомельского областного отделения фонду миру вельми шматгранная и широкая. Только за минулый 2015 год его члены провели и приняли удел прикладно у 100 миротворчих мероприемствах и акциях. Сирот традиционных и одночасово наибольш массовых и значных международный марш миру накирована на то, как отдать данину поваги и памяти героям Великой Отечественной войны. Акция «Мы славим человека мирной працы», адлюстровая пропаганду працавитости и повышение престижу рабочих специальностей. Дорогое слово «мати», где ожитявляется ушанование шмадзе, детных и мати героинь, женщин, которые занимают керующие посады, жителяют громадскую и миротворчую деятельность, а самое главное, выховывают новых громадян, патриотов своей краины. Нельга не отзначить и проведение международного лагера дружбы «Крынічка». Подчас его школьники из Беларуси, России и Украины учатся жить одной великой семьей и робить суместные добрые справы. До речи, во всех миротворчих акциях и мероприемствах Гомельского областного фонда миру школьники и студенты являются не просто назиральниками, а и полновартостными удельниками. Сучасной молоді старейшее поколение передає лепшие традиции и умение будовать мосты дружбы и миру. Варто отзначить, делегации из России и Украины – одни из наибольш частых удельников миротворчих акций, которые проводятся на Гомельщине. До прикладу, дружелюбные сувязи с Курской региональной молодежной громадской организацией «Объединенный центр «Монолит» иснуют уже около 16 годов. До того ж, миновито супрацовництво у миротворчей деятельности помеж Гомельской и Курской областью так само почалося у взаимодействия, у гандли, экономицы и многих иных. Сферах. Первая ниточка, которая была установлена между нашими общественными организациями, дала целый спектр развития новых взаимоотношений между нашими областями. И губернатор Курской области Александр Николаевич Михайлов недавно в своем выступлении сказал о том, что на современном этапе Курская и Гомельская области имеют товарооборот и отношения
активнее и больше, чем при Советском Союзе. Наприкінці пленума миротворцы Гомельской и Курской областей обменялись подячными грамотами и сувенирами у знак пленной совместной деятельности. Меж тем, подяки от областного и городского совета депутатов, а так само областного фонду миру за великий уклад у проведения миротворчих мероприемств и акций так само отримали представники районных организаций Белорусского фонду миру. Вероника Ворошилина, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель». Протягиваем выпуск. На кондитерской фабрице «Спартак» завершен шарговый этап модернизации. Вытворчие могутности предприемства пополнил новый вафельный цех. Проект каштовал около 10 миллионов евро и был реализован згодно с инвестиционным договором помеж открытым акционерным товариством и гомельским облвыконкамом. Полностью автоматизованная линия дозволяет повелишить объемы вытворчести и снизить собекошт продукции. У новом цеху пошали выпуск нового виду вафлев. На предприемстве шакают, что попыт на их будет высоким как на внутреннем, так и на внешних рынках. Вафли у отрознения от шоколадных цукерок запотребованный продукт на протягу всего года, а тому працуя новая вытворчесть с полной загрузкой. Срок окупности проекта каля 3,5 года. 12 годов запар в Гомельской области расте нараджальность. Так, у минулом годе у регионе заявилось на свет 18 539 новонароженных. Это на 209 детей больше, чем у 2014. Такую тенденцию медики означают с 2002 года. Зараз коэффициент нараджальности складает 12,9. Самые высокие показчики зарегистрованы у Гомеля, Жлобине, Мазыры и Наролі. Тут упершиню за опошние годы означены натуральный прирост насельництва. У целом по области рост нараджальности поуплывал и на показчик натурального зменшения насельництва. А за минулый год эта лишба снизилась у 3,5 раза. Свой уклад у поляпшения демографичной ситуации у регионе уносят державные меры по обороне материнства и дятинства, якость медицинского обслуживания. Узровень захворываемости на острые респираторные вирусные инфекции и грипп у Гомеля ниже из-за прогнозных показчик на 18%. Об этом поведомим подчас брифингу у гомельским гарвыканкаме головный державный санитарный урач города Миколай Рубан. За минулый тыдень до медиков звернулося крыху больше за 5000 захворелых. Больше из них – дети. Назирается невеликий рост захворываемости. Однако все ровно показчики нижейшие, чем у минулом годе. Максим Савин протягне. Эпидемичная ситуация не выкликает заклопоченности. Все по сезону. По словам медиков, зараз у Гомеля циркулируют негриппозные вирусы, которые выкликают острые респираторные захворывания. Зарегистрованы только один выпадок захворывания на грипп. Серьезных ускладнений после ВРЗ так само не зарегистровано. В ближайший час медики чекают росту колькости захворелых. Максимальные уровни заболеваемости мы и планируем на первую декаду февраля. Учитывая, какой будет прогноз, то небольшой подъем заболеваемости может быть. До росту колькости захворелых на ВРЗ у Гомелі готовы. У аптеках есть у необходимых объемах и ассортименте медпрепараты. На период уздыму городские поликлиники будут працевать и в неделю. Однако серьезной эпидемии все равно не чекают. Позбегнуть ее дозволить массовая вакцинация. Прищепки от гриппу зарабила больше за 40% населения. Политика в нашем государстве ведет на то, чтобы предупредить развитие этой заболеваемости. Потому что 1 рубль, вложенный в вакцину, экономит 15 рублей, которые теряет государство на каждом случае заболевшим. Прищепки прищепками, однако медики все ж таки рают заниматься профилактикой, не переохолодживаться, позбегать шматлюдных мест, притримливаться элементарных гигиеничных правил. Максим Савин, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Керамичные панно, старожитные музычные инструменты, скульптуры и посуд представлены на выставе «Теплые речи». Экспозиция декоративной керамики открылась в Гомельском областном центре народной творчести. Свои работы представили 5 гомельских майстров народных ремеслов: Александр Новгородский, Владимир Андроянов, Тамара Дмитриева, Яна Коновалова и Сергей Дзядок. Выробы выполнены с применением разных технологий декорирования мастацкой керамики. Все элементы упрыгожения природного походжения – глина, галинки, карэнни. Этот инструмент называется окарина. В белорусском варианте карына-окарына. Вот звучит он примерно вот так. Особные выробы выполнены у старожитной техницы молочения, коли глина промокается молоком и запекается у печи. Оценить экспозицию можно до 15 лютого. На этом выпуск завершенный. У студии працавала Маргарита Шубукова. Усяго доброго и до встречи в эфире.